всем любителям зимнего отдыха. Сегодня мы с вами посмотрим видеообзор о бензиновых грелках для рук от фирмы Кавея. Данные грелочки представлены перед вами. Как мы видим, их есть три модельки. Первая моделька имеет артикул ВКХП ПВ04С. Это самая маленькая из грелочек. В комплекте она идет в вот такой вот коробочке, где указаны ее характеристики. А именно, данная грелочка при полной заправочке может работать до 12 часов. Также в комплект каждой грелочки идет такой вот чехольчик, куда эта грелочка можно прекрасно влазить. Вот так. Как мы видим, размер грелочки примерно на ладонь. Удобно положить карман зимним рыбакам, охотникам. Она очень сильно поможет. Вторая грелочка этой же фирмы может работать 24 часа при полной заправке. Также само в комплекте идет чехольчик, куда она укладывается. Вверху срывается крышечка и ложится в чехольчик. Третья горелка самая мощная. Может работать до 40 часов при полной заправке. Она, как видим, мощная, такая увесистая. Крышка открывается. Имеет кремниевый поджиг бензина. Также в комплекте каждой грелки идет специальный резервуарчик для наполнения ее бензином. Давайте сейчас с вами вместе заправим одну грелочку и попробуем запустить. Все три эти грелочки работают на вот таком вот бензине. Либо бензин для зажигалок Zippo использовать, либо всем известный растворитель бензин калоша, очищенный бензин. Можно использовать обычный автомобильный бензин, но от него много копоти, он имеет неприятный запах. Для того, чтобы заправить эти горелочки, все принципы у них одинаковые. Мы снимаем крышку. Здесь мы видим рабочую поверхность, где будет само гореть пламя. Для того, чтобы ее заправить, нужно снять вот эту вот крышечку. Внутри мы видим вату. Дальше берем емкость для наполнения. Мы видим на ней отметочки 12 мл и половинку. На 6. Емкость имеет также само замочек, краник открыт-закрыт. Ставим его в режим закрыт и подключаем самой с помощью специальных пазов, вставляем вот сюда. Затем берем бензин, надеваем носик и заливаем данную емкость. Зальем с вами половину. Можно непосредственно заливать внутрь опытным путем. Сами сможете это сделать. Бензин вошел. Снимаем. Можно не использовать, а просто носиком. Залить туда вот таким вот образом. Ставим на место телек, накапываем сюда немножко бензинчика на фитилек и закроем, дадим минут 5 пропитаться. Так, грелочка пропиталась, открываем ее либо зажигалочкой. Здесь, если нету кремниевого поджига на моделях, которые вы видели до этого, либо зажигаем кремниевый. Есть. Зажглось пламя. Мы немножко наклоняем и даем пламени нагреть вот эту вот пластинку. Когда пластинка начнет выделять такие уголечки, вы видите, что она загорелась. Она не должна гореть, она ее должна именно тлеть. Подержали минуты две. Мы сейчас делать не будем это. Хотя вон они уже начинают появляться. Тихонечку. Накрываем его крышкой,
помещаем в чехольчик. Без чехла она будет очень горячая, а так она будет иметь комфортную температуру к телу. Вот она уже сейчас становится теплая потихоньку. И помещаете ее в карман, либо держите в руках, если вы любите зимнюю рыбалку, согреть руки. Очень удобно. Если зимний отдых в палатке, туризм, то кинули ее предварительно в спальник. Она полежала там 2 минуты. В спальнике становится тепло. В общем, очень комфортно. И многоразово. Бензин купить не проблема в любом ларьке с сигаретами. Либо в строительном магазине. Литра вам калоши хватит на долгие года. Вот так, друзья. Пишите, звоните, интересуйтесь. Удачного вам отдыха.